Уважаемые гости, компания Кодерланд приветствует вас. Наша сегодняшняя встреча посвящена очередному новому ФСБУ. И поговорим мы сегодня про это ФСБУ и будем смотреть на примерах демо-версии этой программы, то есть 1С-ERP. Мы с вами будем сегодня переключаться с наших слайдов на... Собственно, практические примеры. Будем ручками трогать то, о чем мы поговорили. Трогать, смотреть, как срабатывает и так далее. А на экране вы видите наши контактные данные, то есть наша электронная почта, телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Если вам оказалось не совсем удобно, например, время проведения, то через некоторое время мы выкладываем запись вебинара на наш сайт, и вы можете посмотреть в любое удобное для вас время, ну и, соответственно, возможно, вас заинтересуют какие-то другие проведенные вебинары или обучающие материалы. Так что милости просим. Веду сегодняшнюю встречу. Я консультант-аналитик 1С Гардышева Галина. И если у вас по ходу нашей встречи появляются какие-то вопросы, мы будем вам благодарны, если вы нам их зададите любым удобным для вас способом. Лучше, конечно, в письменном виде, потому что в этом случае мы сможем ответить вам более предметно касательно уже именно вашей ситуации. И, соответственно, это будет и более подробно, и уже, так сказать, по теме вашей деятельности. Программа нашего сегодняшнего вебинара, вы ее сейчас видите на экране, будет построена таким образом. Немножко, так сказать, экскурс в историю проблемы. Поговорим о новшествах, которые у нас имеются в новом ФСБУ, когда обязательная инвентаризация, в какие сроки, каким образом ее проводить, как квалифицировать и учитывать результаты приватизации, новые темы, которые появились в этом ФСБУ, ну и посмотрим, естественно, отчет, сервис и так далее. Как будет построена наша встреча? На слайдах я буду показывать нормативные материалы, то есть требования законодательства и так далее. И мы с вами будем переключаться в демо-версию. Вот сейчас я переключилась в нее. И смотреть уже напрямую, то есть что это такое, как это на практике можно осуществить, и какие здесь есть тонкости и дополнительные плюшечки. Возвращаемся к нашим слайдам. Итак, то есть что такое этот новый федеральный стандарт? Утвержден он уже достаточно давно, еще в январе месяце. Использовать положение стандарта будут все предприятия, кроме бюджетников. При этом нужно помнить, что данное ФСБУ не распространяется на учет драгметаллов и драгоценных камней. Для инвентаризации этих товарных групп существуют другие, более специфичные правила, и существует отдельный документ, инструкция, вы видите ее реквизиты, то есть утверждена она уже достаточно давно, то есть это, так сказать, новость с бородой, но, тем не менее, она действует на данный момент, и приходится следовать ее требованиям. Единственное, ну, скажем так, послабление, которое сейчас имеется, что в обязательном порядке применять новое ФСБУ 28/23 надо с 1 апреля 2025 года, то есть даже не следующий год, а через год. То есть, соответственно, у нас есть время на адаптацию, на выяснение каких-то сложных вопросов, которые касаются специфики вашего бизнеса. Ну, то есть есть время и обучить сотрудников, и настроить документооборот, ну, то есть подготовиться. А здесь смотрите, какое есть требование, то есть уточнение небольшое. Если мы будем делать инвентаризацию за 2023 год и за 2024 год, то есть годовую инвентаризацию, которая у нас обязательно и сейчас, то эту инвентаризацию мы будем проводить по старым правилам. То есть независимо от того, начали вы применять, например, ФСБУ в добровольном порядке или нет,
для годовой инвентаризации мы используем еще старые нормативные документы. А при этом это не мешает досрочно уже в этом году начать использовать новые правила, поскольку стандарт уже вступил в действие. То есть он был опубликован 16 апреля, то есть это было у нас через 10 дней после официального опубликования на информационных сайтах. На самом деле, в общем-то, таких вот, чтобы совсем уж неожиданных новшеств в этом ФСБУ нет. Это ФСБУ систематизирует те требования, которые предъявлялись к оформлению документации еще, ну, пожалуй, с советских времен. А единственное, что конкретизированы требования и правила по оценке остатков, пересорта, недостач и так далее. И конкретизированы они уже с учетом требований ФСБУ 6 и 26. Поэтому нужно учитывать. И еще новое, так сказать, требования, которые присутствуют в этом ФСБУ, кроме привычных нам уже активов, обязательств, источников, должны производиться пересчеты, перерасчеты, если можно так более точно выразиться, налоговых активов и обязательств. То есть по положению, по старому положению, эти объекты не попадали в группы, подлежащие инвентаризации. И также не попадали под инвентаризацию данные, которые отражаются на забалансовых счетах или, как вы видите, выдержку из нормативного документа, это информация о активах, о которых раскрывается сведения в бухгалтерской отчетности, а также неучтенное имущество и имущественные права и обязательства. Вот этого в предыдущих нормативных документах не содержалось. На самом деле инвентаризация очень интересный момент. И, в общем-то, к сожалению, на данный период инвентаризация проводится в 90% случаев. В общем-то, немножко по-другому, как Бог на душу пошлет. Единственное требование, что обязательно ежегодная инвентаризация, то есть по состоянию на 31 декабря. Вот это требование выполняется, но, к сожалению, оно, в принципе, более, скажем так, виртуальное. То есть формируются сведения по данным учета, и на самом деле функции реального контроля достаточно часто не соблюдаются. Когда проведение инвентаризации обязательно, согласно нового ФСБУ, осталось такое же требование перед составлением годовой отчетности. Обратите внимание, что перед составлением годовой отчетности инвентаризации подлежат основные средства, нематериальные активы, капвложения, запасы по дату на 31 декабря и по остальным, естественно, объектам тоже по состоянию на 31 декабря. То есть, как вы видите, достаточно большой перечень того, что должно быть обязательно подвергнуто инвентаризации, поэтому, к сожалению, здесь достаточно много, ну, скажем так, вольных трактовок. Датировать ведомость могут 31 декабря, но, естественно, 31 декабря в ночь перед елкой проинвентаризировать все эти группы невозможно. Поэтому чаще всего этим занимаются после Нового года, в новогодние каникулы, ну, датируют это 31 декабря. А при передаче активов в аренду, в управление, то есть безвозмездное пользование, при их возврате, а также, соответственно, если планируется отчуждение, то есть продажа или какие-то другие варианты, то в этом случае тоже необходимо провести инвентаризацию. Раньше было требование, что при смене материально ответственного лица, в том числе при уходе материально ответственного лица в отпуск, то есть делается инвентаризация перед уходом в отпуск и после возвращения из отпуска,
В случае, если меняется руководитель коллектива, вы видите в скобочках отметка «бригадир». То есть, соответственно, если это бригадная материальная ответственность, например, по складу, то в этом случае формируется складская бригада, назначается бригадир, и при смене бригадира проводится инвентаризация. Либо, если меняется более 50% состав бригады. Или кто-то из состава бригады выдвигает требования, например, о недоверии кому-то из членов бригады, то, соответственно, по такому требованию, обратите внимание, одного или нескольких членов коллектива, то есть даже если один член коллектива выдвигает такое требование, то проведение инвентаризации обязательно. Это касается бригадной материальной ответственности. Ну, естественно, если это индивидуальная материальная ответственность, то в этом случае у нас бригады не существует, существует индивидуальная материальная ответственность и, естественно, одна жертва, то есть один мол. В этом случае здесь еще есть одна тонкость, когда должна проводиться инвентаризация, то есть по той дате, когда получено заявление либо от членов бригады, либо, ну, если это материальная ответственность индивидуальная, то тогда такое требование может выдвинуть, например, бухгалтер, главный бухгалтер и так далее. При установлении факта утраты или порчи. В этом случае мы должны провести инвентаризацию на дату установления такого факта. В случае чрезвычайной ситуации, ну, естественно, это всякие стихийные бедствия, там пожары и так далее. В этом случае мы должны провести инвентаризацию по окончании такой ситуации. То есть, когда пожар произошел, и уже что спаслось, то спаслось. Ну, то есть, вот в таких вот случаях. Ну и, естественно, при реорганизации предприятия. Реорганизация включает в себя ситуацию, когда у нас и ликвидируется предприятие, и как-то реорганизовывается, присоединяется и так далее. В этом случае инвентаризацию проводят перед составлением передаточного акта и разделительного баланса. В этом случае у нас будет с вами существовать ликвидационный баланс, то есть, соответственно, перед его составлением необходимо будет произвести инвентаризацию. В принципе, вот в этих требованиях нет ничего нового. Они даже немножко более смягчены, потому что инвентаризация, которая должна проводиться при смене материально ответственных лиц, как вы видите, в данной формулировке отсутствует положение о том, что при уходе в отпуск и при возвращении из отпуска должна быть проведена инвентаризация. И, соответственно, немножечко более конкретизировано, что если по требованию одного или нескольких членов коллектива. Раньше такой конкретизации не было при бригадной материальной ответственности. Дальше ритуальная часть балета, которая касается проведения инвентаризации. У нас появилось еще одно новое новшество. То есть, кроме традиционных способов, то есть составления описи, затем с лечительной ведомости и так далее, теперь стандарт допускает применение альтернативных способов, то есть видеосъемка, фотофиксация и так далее, когда, например, невозможно применение традиционных методов. Ну, например, когда мы инвентаризируем основные средства, и это, например, какие-то здания, сооружения или крупногабаритное оборудование. Здесь на самом деле очень важно соблюсти ритуал проведения инвентаризации, потому что практически уже очень давно, еще, наверное, с советских времен, каждая строка требования, которая касается проведения инвентаризации, основана, к сожалению, на горьком опыте. И поскольку в советские времена государство очень беспокоилось о том, чтобы отсутствовали злоупотребления
то прописаны практически все шаги, когда остановиться, когда повернуться, как высоко подпрыгнуть. Значит, для составления инвентаризации необходима обеспечительная документация. В случае, если такой документации не будет, то инвентаризация, результаты инвентаризации могут быть признаны недействительными или выполненными с нарушениями требований законодательства, и, соответственно, в таких случаях предъявить претензии, например, виновным лицам будет невозможно. Точно так же, если организация не позаботилась о правильном оформлении документов, то могут возникнуть встречные требования по поводу легитимности инвентаризационных документов уже со стороны материально ответственных лиц, например, бригады. И в этом случае разбирательство бывает обычно, ну, скажем так, достаточно конфликтным. Для проведения инвентаризации создается комиссия. Ну, соответственно, если большой объем, то комиссий может быть несколько. И, собственно говоря, если создается несколько комиссий, то в этом случае в каждой из комиссий должны присутствовать представители бригады, если это бригадная материальная ответственность, ну и специалисты, счетные работники и так далее. Раньше было еще конкретизировано, что в состав членов комиссии в обязательном порядке должны включаться члены общественности, то есть независимые наблюдатели, которые следят за ходом проведения инвентаризации. Было расписано достаточно подробно, в скольких экземплярах составляются ведомости, как эти ведомости пишутся, что каждый лист должен быть заверен подписью всех участников инвентаризационной комиссии. И если делаются исправления, то они должны быть заверены подписями всех членов комиссии, материально ответственных лиц и так далее. А в новом ФСБУ немножко, скажем так, сглажено описание процедуры, то есть не описаны такие достаточно жесткие требования, которые были раньше, но тем не менее появились новые требования, которые касаются оценки и так далее. Мы поговорим про это немножко позже. Но на данный момент, значит, такое вот правило действует. Не создаваться инвентаризационная комиссия может в нескольких случаях. Если, например, кроме руководителей и бухгалтера в единственном лице, других сотрудников в организации нет. Но на самом деле, как вы знаете, у нас уже очень давно происходит борьба с фирмами-однодневками, с неработающими юридическими лицами и так далее. Поэтому, в общем-то, ситуация, когда работниками являются только руководители или только бухгалтер, у нас уже встречается достаточно редко. То есть это какие-то собственные юридические лица, которые спящие. Но, тем не менее, даже такие юридические лица не освобождаются от проведения ежегодной инвентаризации. А второй случай, когда можно не создавать инвентаризационную комиссию, это если мы заключили договор на обслуживание с аудиторской фирмой. А значит, в этом случае мы можем не создавать комиссию, потому что за проведение инвентаризации в этом случае отвечает компания, с которой мы заключили договор на аудиторское обслуживание. И, соответственно, это может быть хоть компания, хоть индивидуальный аудитор, но уже они должны соблюдать требования, которые предъявляются для проведения инвентаризации. И третий случай – это когда на предприятии сформирована постоянная ревизионная комиссия, которая проводит инвентаризации на предприятии, соответственно, разных объектов. И вот в этом случае мы отдельно создавать инвентаризационную комиссию уже не должны, поскольку созданная постоянная ревизионная комиссия обязана проводить инвентаризации и обязана соблюдать требования оформления и проведения инвентаризации и фиксации их результатов. То есть фиксация результатов на самом деле это тот процесс, который требует вот всей этой предварительной работы, предварительного документального оформления.
В основном, конечно, это сделано для исключения и разночтений, и неточности при записи. Ну, то есть эта часть, так сказать, документа оборота призвана устранить конфликтные ситуации, как можно точнее сформулировать результаты. Значит, в результатах у нас, естественно, могут быть зафиксированы как излишки, так и недостачи. И здесь достаточно ситуация бывает спорной, в том случае, когда выявляется пересорт, то есть когда выявляются, ну, например, одинаковые наименования, типы, дополнительные характеристики ТМЦ и фактически количество идентичное, но наименование, например, указано либо неточно, либо неполно и так далее. А вот в этом случае есть одна такая не очень приятная особенность, поскольку, с одной стороны, казалось бы, излишки – это хорошо, какие мы молодцы и много сэкономили, а с другой стороны, у нас излишки приходуются и, соответственно, попадают в доход, и этот доход облагается налогом на прибыль. Поэтому с точки зрения бухгалтерии излишки это не очень хорошо, потому что мы заплатим с них налог, ну, естественно, потом мы их продадим или пустим в производство и так далее. А вот недостачи в нашем случае в затраты не попадут. То есть недостачи у нас должны быть взысканы с виновных лиц или на расходы принимаются, но налог на прибыль не уменьшают. Активы, которые оказались в излишке, оцениваются по их справедливой стоимости. Вот это новшество, которого в предыдущих нормативных документах не было. Поскольку у нас справедливая стоимость – это понятие конкретно одного из недавних ПБУ, то, соответственно, оно и в документах раньше не звучало. В документах раньше звучала в основном балансовая стоимость. Если такой конкретной единицы у нас не было, мы можем брать за основу балансовую стоимость аналогов, то есть аналогичных активов. Ну, естественно, если недостача, то в этом случае мы берем балансовую стоимость. И вот еще один момент, это, в принципе, тоже достаточно часто, к сожалению, нарушалось. То есть, типа, требования о проведении ежегодной инвентаризации выполнены, инвентаризация проведена, но результаты отражаются уже в следующем году, особенно если там, допустим, при составлении баланса выясняются какие-то пограничные показатели, ну, например, не нужны нам убытки в этом году, а вот в следующем очень даже. То есть вот в этом случае нужно иметь в виду, что результаты инвентаризации отражаются в учете именно в том периоде, к которому относится дата, по состоянию на которую проводилась инвентаризация. И, собственно, еще одна тонкость, что стандартом сейчас не устанавливается перечень обязательных документов, которыми оформляются сведения о проведении результатов инвентаризации. То есть сейчас на эту тему можно фантазировать, но тем не менее унифицированные формы у нас остались, и, в общем-то, это один из самых удобных вариантов. Ну, естественно, можно выполнять инвентаризацию с фиксацией в электронном виде и заверение электронными подписями, но здесь тогда возникает очень конкретная практическая проблема, потому что если мы делаем инвентаризацию с электронной подписью, то у членов комиссии, у председателя комиссии должна быть оформлена электронная подпись. Еще одно новшество, которое появилось уже вот в этом ФСБУ 28/2023, в этом ФСБУ не содержится требований о составлении приказа о проведении инвентаризации. Раньше это было обязательно, но сейчас как бы немножко послабление, то есть это может быть в произвольной форме, ну, например,
в такой, в которой ваши организации привыкли оформлять, например, протоколы, собрания, протоколы там каких-то важных мероприятий. То есть можно использовать произвольную форму, но можно, конечно, использовать и унифицированную форму ИНВ-22, то есть это форма, которая применялась тоже еще чуть ли не с советских времен. А главное, чтобы в документе, который вы составили, то есть если вы используете приказ в произвольной форме, то у вас должно быть указано дата составления и номер в обязательном порядке. Дальше идет состав комиссии, то есть перечисляются комиссии, фамилия, имя, отчество и должность. И перечень проверяемых объектов, потому что ревизия может быть выборочная, может быть касательно только каких-то конкретных параметров и так далее. Чаще всего годовая ревизия – это обязательная ревизия. И мы в этом случае в приказе должны указать, что проведение обязательной ревизии, внезапной ревизии, при смене материально ответственных лиц, при установлении, допустим, факта там воровства или утраты и так далее. Ну, то есть причина, по которой инвентаризация проводится. И самое основное, дату, не позднее которой материалы инвентаризации необходимо предоставить в бухгалтерию. Раньше такой конкретики не было, то есть именно по дате предоставления материалов в бухгалтерию. И бывало, что инвентаризация обрабатывается и 1-2 дня, и неделю, ну, и если большой объем, бывает и дольше. А на самом деле раньше присутствовало такое, ну, не совсем официальное требование, что на обработку инвентаризации дается не более 3 дней. Сейчас, как вы видите, именно законодательного ограничения не существует, но в приказе должна быть указана дата, на которую необходимо ориентироваться. А теперь, что у нас бывает, когда мы нашли какие-то отклонения? То есть, соответственно, нужно квалифицировать эти отклонения, что это у нас недостачки, излишки, пересортиться. И можно ли, если недостача, найти виновных лиц и, соответственно, на них направить меры по взысканию? Можно ли, если это, например, инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности, то можно ли списать задолженность дебиторскую, например, как сомнительную или как безнадежную, поскольку вы знаете, что у нас сомнительной считается дебиторская задолженность с определенным сроком давности, как безнадежную, соответственно, должны быть причины для того, чтобы это сделать. То есть, например, предприятие должник исключено из реестра, то есть ликвидировано и исключено из реестра, или какие-то другие причины. То есть, ну, так сказать, разобрать каждый случай, который выявлен в результате инвентаризации, и указать возможные способы исправления. Как мы уже говорили, результаты инвентаризации отражаются в бухучете. Вот здесь вот уже новая формулировка. В оценке, определяемой на дату по состоянию, на которую проводилась ревизия. И, соответственно, регистрируются они в том отчетном периоде, к которому относилась дата проведения инвентаризации. И оценка у нас теперь тоже может быть выражена несколькими способами. То есть стоимость актива, оказавшегося в излишке, включают доходы по их справедливой, либо по их балансовой стоимости, или по балансовой стоимости аналогичных активов. Мы про это уже поговорили. Недостача списывается с учета по балансовой стоимости и относится на виновных лиц, если удалось, конечно, найти обоснование, что это конкретно виновные лица, которые совершили такие-то действия, то есть, например, халатное обращение,
несоблюдение правил хранения и доступа в помещение, в котором хранится товаро-материальные ценности. Допустим, порча в результате там халатности и так далее. То есть при обнаружении порчи или повреждения требуется определить, что может быть реализовано или пущено, например, в производство, а что нет. И вот здесь, обратите внимание, тоже новое правило, которое касается стоимости. То есть в этом случае корректируется стоимость обесценения. Раньше такого понятия при проведении инвентаризации не формулировалось. При выявлении суммы дебиторской задолженности и обязательств, по которым истек срок исковой давности, а также долгов, нереальных для взыскания, списывают с бухгалтерского баланса в общем порядке. Для того, чтобы доказать, что какая-то задолженность нереальна для взыскания, необходимо предоставить документы, которые подтверждают данную формулировку, то есть что у вас велась переписка, что вы пересылали претензии, ну то есть что вы принимали необходимые действия для возврата этой задолженности. Ну и, соответственно, если выявлены другие расхождения в сумме дебиторской задолженности и каких-то других обязательств. Да, и вот здесь вот у нас уже опять втиснулось новшество отложенных налоговых активов и обязательств. В этом случае их доначисляют или досписывают по правилам ФСБУ. Обратите внимание, то есть уже по правилам действующих ФСБУ. Это, в общем-то, достаточно такой щадящий, если можно сказать, в общем-то, алгоритм, поскольку в некоторых местах он достаточно упрощен. Но, к сожалению, вот ссылка на новую ФСБУ портит приятное впечатление. После составления описи и обработки этих описей составляют сличительную ведомость. То есть для уже принятия каких-то конкретных бухгалтерских действий, например, принятия к учету результатов инвентаризации, составляется сличительная опись. Она тоже может использоваться в унифицированной форме. И в этом случае в такой описи отражают активы, которые обнаружены в излишке. То есть их включают в доходы по справедливой или балансовой стоимости, либо по балансовой стоимости аналогичных активов. Мы про это уже пару раз сказали раньше. В случае, если обнаружена недостача активов, то в этом случае в первую очередь ищут виновных лиц. Ну и, соответственно, основания для возмещения, ну то есть если недостача относится за счет виновных лиц, либо принимаются на расходы по балансовой стоимости. Расхождение в суммах задолженности, дебиторской задолженности и обязательств принимают к учету в суммах из документов, которые подтверждают задолженности и обязательства, которые организация признает правильными. То есть вот этой формулировки тоже раньше не было. Потому что выбора у организации признать правильными или не признать правильными тоже раньше не было. Расхождение в оценочных обязательствах, отложенных налоговых активов и обязательств принимаются по суммам, которые подтверждены расчетами. При этом выделено, видите, у нас красным шрифтом, что справедливая стоимость определяется согласно требованиям МСФО. Оценка по справедливой стоимости. Как вы видите, это приказ Минфина уже тоже достаточно давнишний, от 2015 года. И, соответственно, уже применяется давно и, в принципе, хорошо изучено. Балансовая стоимость активов у нас берется по нормам, соответствующих федеральных стандартов бухгалтерского учета.
То есть вот это основной, так сказать, нормативный блок, который надо учитывать перед составлением инвентаризации. Собственно, революционно новых положений здесь у нас нет. Есть уточнение и небольшой акцент вот именно на требования новых СБУ. Если мы приступаем к инвентаризации, то, соответственно, естественно, она проводится по вашей учетной программе, где вы работаете. То есть ритуал такой. Обычно руководство, ну, либо бухгалтерия, либо финансовый отдел, издает приказ о том, что требуется провести ревизию таких-то активов. Ревизионная комиссия в составе перечисляются члены ревизионной комиссии, председатель такой-то, ревизию начать такого-то числа во столько-то времени и закончить там такого-то числа к такому-то часу. В принципе, если инвентаризации подлежит большой массив ТМЦ, то, естественно, может быть указан и больший срок. После того, как этот приказ доведен до сведения членов инвентаризационной комиссии, инвентаризационная комиссия собирается и должна прибыть на место проведения инвентаризации. Ну, то есть на какой-то конкретный склад или, например, какие-то расчеты должна проверить. И вот здесь, значит, при прибытии к месту проведения инвентаризации члены комиссии должны под роспись получить у материально ответственных лиц, во-первых, расписки в том, что к началу проведения инвентаризации все приходные товарные документы получены, оприходованы, то есть поставлены на учет, о том, что не имеется денежных средств на руках у материально ответственных лиц, например. То есть, что все поступления оприходованы, и все денежные и неденежные документы, товарные документы сданы в бухгалтерию. Эта расписка, в общем-то, расположена на первой странице инвентаризационной описи, и требуется ее получить у материально ответственных лиц в обязательном порядке. Для того, чтобы отразить проведение инвентаризации в программе, вот здесь сейчас мы с вами переключимся на демо-базу, у нас есть все-таки новшество. И если вы давно не проводили инвентаризацию или работали в старых версиях, то здесь будет немножко непривычная картина. Сейчас мы с вами переключаемся на демо-версию. И, значит, для того, чтобы провести инвентаризацию, мы должны с вами пойти в подраздел «Склад и доставка». Когда мы с вами... Сейчас я закрою, чтобы он не мешался. Когда мы открываем интерфейс, меню этого подраздела, то у нас теперь появился в ERP раздел «Излишки, недостачи, порчи» вместо привычного «Инвентаризация». То есть в бухгалтерии, в торговле у нас был, да, уже всем привычный, так сказать, раздел инвентаризации, число перечисления документов. А сейчас, как вы видите, у нас подраздел излишки, недостачи, порчи, и слово инвентаризация здесь вообще нигде не звучит. На самом деле механизм никак не поменялся, поменялись только названия подразделов. То есть составление инвентаризационной описи, то есть перепись товаро-материальных ценностей, у нас теперь находится в рабочем месте пересчет товаров. Когда мы открываем этот журнал, то, соответственно, выбираем тот склад, где должна производиться инвентаризация. Ну, у меня выбран магазин, чтобы было более, скажем так, привычная картина. И выбираем статус пересчета. Как вы видите, статусов несколько.
И вот теперь начинается самое интересное, потому что алгоритм проведения самой инвентаризации на предприятиях достаточно сильно разнится. Некоторые предпочитают сформировать ведомость по остаткам и потом сверяют эту ведомость с тем, что они видят на складе. Это на самом деле очень нехороший вариант, потому что в этом случае можно пропустить какие-то позиции, которые имеются в наличии, особенно если это пересорт или какие-то другие расхождения, ну, например, неправильно оприходованные товары. То есть вообще по старым инструкциям требовалось производить опись сплошным порядком, двигаясь по территории склада всей комиссии, например. И переписывая имеющиеся товары сплошным порядком, то есть что вижу, то пою. И не допускается внесение или добавление каких-то товаров материальных ценностей уже после начала работы комиссии. В программе мы с вами в этом случае выбираем кнопочку «Создать», и после этого у нас создается новый документ «Пересчет товаров». На самом деле, как вы видите, у него печатных форм добавлено достаточно много. То есть можно создать задание на пересчет. Это обычно делается в том случае, когда у нас выборочная инвентаризация. Ну, соответственно, просто распечатать бланк, например, с указанием того, что пересчету подлежат там товары первого сорта, второго сорта. Ну, то есть какие-то более подробные характеристики, или, например, что пересчету подлежат товары, если у нас адресное хранение, то в таких-то ячейках. И есть обычная, привычная инвентаризационная опись, унифицированная форма ИНВ-3, и фактически сличительная ведомость – это уже итоговый результат, а можно еще и предварительный, то есть не унифицированная форма, результаты просто пересчета товаров, где указано отклонение, там плюс-минус и так далее. А сличительная ведомость – это уже унифицированная форма, которая, в общем-то, иллюстрирует конкретные результаты инвентаризации, что по учету столько-то, по факту столько-то отклонение составляет такую-то количественную цифру. Это, в общем-то, титульный лист, если можно так сказать, то есть это основная закладочка, и у нас еще закладочка есть товары, где мы совершенно конкретно заполняем в соответствии с тем, что переписала наша комиссия. По этому документу мы можем получить вот такие отчеты. Товары в процессе отгрузки указываются, если у нас есть товары, которые, например, ну, либо если мы работаем с маркетплейсами, то были отгружены для маркетплейсов, либо это доставка, которая, например, длительная, там доставка по железной дороге и так далее. Ну и, в общем-то, привычный отчет – это движение документа и связанные документы, чтобы можно было проследить структуру подчиненности, если мы, например, делали промежуточные, например, задания на пересчет и так далее. То есть, в принципе, здесь ничего принципиально нового у нас не появилось. Единственное, что мы теперь можем еще, ну, во-первых, вручную добавлять там какие-то записи, и, во-вторых, изменять качество, что, например, поскольку у меня ничего не выбрано, то, видите, программа и ругается. А на самом деле мы можем указывать, что товары обычного качества, товары, например, с какими-то дефектами, там, дефекты упаковки, дефекты, ну, какие-то там внешние повреждения механические и так далее. После того, как мы с вами пересчитали товары, мы, соответственно, ну, например, вот инвентаризационная ведомость, мы можем ее сформировать в обязательном порядке, подписать каждую страницу и членами комиссии, и
материально ответственными лицами. И на последнем листе мы с вами проводим запись, что всего по инвентаризационной ведомости пересчитано столько-то единиц товара, столько-то наименований, такой-то финансовый результат и, соответственно, тоже росписи всех членов, всех участников комиссии. А после того, как мы сделали пересчет товаров, мы начинаем решать, что нам нужно делать с результатами. То есть, соответственно, в этом случае мы используем уже другие документы, и в этом случае мы можем формировать складские акты, которые фиксируют, как вы видите, пересортицу, порчу товаров, списание недостачи и так далее. Я сейчас не буду открывать эти документы, потому что у нас, к сожалению, не очень много времени. Они, в общем-то, достаточно уже давно применяются и, в общем-то, известны, и по ним ничего особого не изменилось. А появился вот такой пункт теперь: излишки, недостачи и порчи товаров. Вот раньше мы все это как результат инвентаризации списывали, например, а теперь это выведено в отдельный раздел. И, соответственно, я должна задать склад, который у меня должен будет, на котором проводилась инвентаризация. Ну, у меня вот просто долго искать. Открывать торговую деятельность, например, вот как у меня было с личительной ведомостью. Там розничный склад, например, выбрать магазин и так далее. Ну, я возьму первый попавшийся, чтобы просто показать. И по кнопочке «Создать» мы выбираем, что подходит к нашей ситуации. То есть, соответственно, отражение излишков либо недостач, либо отражение пересортицы, либо отражение порчи товаров. Вот отражение пересортицы теперь у нас имеет вот такую шапку, то есть закладка основная, и вот такой журнал перечень, ну, то есть сам по себе перечень. Мы его можем заполнить автоматически, используя ведомость, ну или создать какие-то конкретные параметры, почему произошла порча и так далее. То есть теперь это отдельный документ. И вот здесь, когда мы создаем такой документ, мы должны помнить, что у нас включается в состав доходов, а что у нас не уменьшает налогооблагаемую базу. Таким образом, мы с вами можем вот в разделе недостачи порчи и излишки, ну, практически все те же действия, которые у нас и раньше выполнялись, можем производить вот в этом блоке. А сейчас мы с вами переключимся на наши слайдики. И я сейчас на слайдах покажу то же самое, что мы сейчас с вами руками потрогали на демо-базе. Вот вы видите этот подраздел «Склад и доставка» и наш блок, который отражает инвентаризации. И вот несколько слайдиков – это то, что мы с вами посмотрели. Почему я показываю слайды того, что мы уже потрогали руками? Чтобы заострить на этом ваше внимание, на тех особенностях, которые мы видим в этих документах. То есть после того, как мы зашли в нужный нам раздел, мы запустили создание документа «Пересчет товаров», и, соответственно, в этом документе появился статус «В работе». То есть у нас есть статус «Подготовлено», «В работе», «Внесение результатов» и «Выполнено». То есть, соответственно, после того, как ведомости поменяли статус, ну, то есть, например, составили ведомость, все расписались, ведомость подготовлена, то, соответственно, мы на ней поставим статус «Подготовлено». После того, как после этого бухгалтера взялись за работу с этой ведомостью, то есть проверяют, правильно занесены, например, наименование, правильно ли оформлена сама ведомость, все ли подписи на ней присутствуют,
то вот в этом случае у нас будет статус установлен в работе. И после того, как уже проверена ведомость и передана для составления сличительной ведомости, здесь будет уже внесение результатов, то есть проверка, правильно ли внесены результаты с лечения. И если все хорошо или наоборот нехорошо, то будет статус выполнено, что значит, что сама инвентаризация окончена, результаты выведены, и после этого ведомость должна поступить к руководителю, например, к финансовому директору или руководителю складского хозяйства, ну, в зависимости от того, кто у вас на предприятии выполняет такую роль. И должно быть вынесено решение о том, каким образом поступать с результатами, то есть излишки, допустим, оприходованы, а недостача нашли дежурную жертву, на которую будет списан выявленный убыток. И после всех этих мероприятий мы составляем сличительную ведомость, которая фиксирует результаты этой работы и уже отражает ее в учете. И последнее, на что хотелось обратить внимание, это вот такой слайдик. То есть, когда у нас составлен уже документ пересчета товаров, мы выбираем печать, печатную форму, и у нас с вами после проведения инвентаризации появились, вот в моем случае, видите, на слайде в журнале отражена инвентаризационная ведомость. То есть я могу распечатать эту ведомость, я могу выбрать, если у меня, например, несколько инвентаризаций проводилось, то, соответственно, выбрать нужную мне инвентаризацию. Эта функция доступна нам, когда мы выбираем раздел «Печать», то мы выбираем, какую конкретную ведомость, какой конкретный документ мы хотим распечатать. Это на случай того, если, например, вы применяете электронный формат формирования инвентаризационных ведомостей и, соответственно, электронные подписи. Если вы проверяете просто для себя, то есть без официального отображения, то, конечно, вам не нужно применение электронных подписей. Но если это уже проводится официальный документ, а не внутренний пересчет, когда материально ответственные лица хотят подстраховаться, вот в этом случае вы уже должны полностью соблюсти весь ритуал, оформить подписание электронными подписями и так далее. А сейчас мы с вами, ну, практически, сейчас еще раз вернемся в конфигурацию. И хочу обратить ваше внимание вот на что. Соответственно, когда мы с вами используем блок инвентаризации, у нас с вами идет инвентаризация не только товара материальных ценностей, а как мы с вами вначале говорили, это могут быть и основные средства, и нематериальные активы. То есть принцип проведения инвентаризации в этих всех случаях одинаковый. Если мы говорим с вами про отложенные налоговые активы и обязательства, то это, естественно, будут расчетные величины. Про это не нужно забывать. И в этом случае мы с вами при окончании инвентаризации, естественно, можем сформировать обычные стандартные бухгалтерские отчеты, чтобы проверить, посмотреть, ну, как бы, те данные, которые отражены в программе после наших телодвижений. В этом случае в разделе «Регламентированный учет» у нас с вами существует раздел «Бухгалтерский и налоговый учет». И, соответственно, вот у нас есть раздел «Стандартные бухгалтерские отчеты». И, собственно говоря, вот мы можем себе вывести то, что обычно делается при обработке результатов инвентаризации. Снова вернемся к нашим слайдам. И я хочу вернуться в начало нашей встречи на титульный лист и снова напомнить вам наши контакты, то есть нашу электронную почту, телефоны, ну, все контакты, которые вы видите. И
Мы хотим пригласить вас к сотрудничеству. Компания Codeline выполняет полный спектр работ с программными продуктами 1С, то есть от продажи до, ну, практически любых без ограничений работ. То есть это и внедрение, и доработка, и настройка конкретно на ваше предприятие. Так что будем очень рады оказаться вам полезными. Приглашаем к сотрудничеству. На этом разрешите попрощаться с вами. Компания Codeline благодарит вас за уделенное нам время, за внимание, проявленное к нашим материалам. Всего вам доброго. На этом мы с вами прощаемся.